материала. Будет очень классно узнать. Кто может? Ну, во-первых, я очень вообще вдохновилась вами. Да, вы замечательные. У вас такая хорошая, такая, ну, я бы вас сравнила с водой. Очень чувственная. Так говорите медленно, как будто вы окутываете, так вкусно, так приятно. Вот, я очень вами вдохновилась. Что касаемо меня, ну да, я не могу подпустить, если у меня, я не могу подпустить любого человека к себе. Если у меня тело говорит нет, все, я буду вот такая и никак по-другому. Вот, видимо, действительно нужно было дождаться Петра. Вот, потому что ему я доверяю, я могу с ним расслабиться. У меня ноги и шея. Это самые такие части. И вот действительно я в ногах, почувствовала, что хожу на каблуках. И вот здесь у меня на топтыше все дела. И когда он мне начал ноги разминать, я почувствовала боль. И как только он мне начинает разминать ноги, у меня энергия вот там вот боль продолжает очень сильно. Вот. И доходит до макушки головы, и тут уже начинает вот так все пульсировать. И вот то же самое с шеей. Шея бывает не зажат, и вот здесь все зажат, и когда вот он начинает массировать вот эти все вещи, уши, и вот это вот все, оно стекает вот так, вот так. И, то есть вот эта вот волна вот так. Вот. Спасибо тебе большое, Петя. Шикарно. Походи, Петя, на массаж, очень классно. Я ходила. Я самый счастливый человек, который два раза получил удовольствие и не может ничего обдавать за меня. Подожди. Подожди. Завтра не мой пища. Дима. Честно говоря, когда я погружался, я правда как будто чувствовал партнера и как-то движение. А потом какое-то время, ну, все равно чувствовал движение. Сижу и все это напрягало. Но как бы я не сказал ни слова, но я это сам чувствовал, как бы далеко для себя прыгало. А в общем, мне все понравилось, как бы я прикосновение полюбил на тот момент, когда ты провела мне первый курс массажа, когда 211 раз мне сделала, и потом чуть-чуть печатника. И только тогда я уже понял, что что это себя представляет прикосновение, то что это массаж, ну, это действительно приятно, действительно приятно. Ну и там начало мне различные, хоть и мелочные приемы, но все равно пригодились. Да-да, пригодились. Не могу, конечно, почувствовать, что конкретно, может быть, сделал правильно, что неправильно, но мне все понравилось. Ну, в целом, я, в принципе, раньше делала массаж, и я руками чувствую, как надо, то есть мне для этого не надо ничего делать, я особо не напрягаюсь. Даже как-то вошла в какой-то транс, наверное, и как-то отключилась, и вы говорите, а теперь вторую ногу, а я понимаю, что я уже сделала обе еще по несколько раз, и какую уже вторую? Да. Ну, в целом, мне вот понравилась очень последняя практика. То есть я пришла сюда, чтобы узнать для себя, открыть что-то новое. Вот мне очень так глубоко, такое хорошее состояние понравилось. Спасибо. Интересно будет узнать еще что-то потом, впоследствии, если оно Спасибо. А называлась как последняя практика? Полет. Так и было. Да, ну, а там надо больше делать, получается. Мне надо больше получать. Честно, честно. Нет, я это делала не то, что нравилось, потому что так я чувствовала, что партнеру хорошо. Да? Это вдохновляло меня. Это важно, когда так происходит. Вот. А на последней практике я поняла, что вот это упражнение важно к себе прислушаться, потому что
И делать вам столько, не больше, потому что же смысл не в том, чтобы делать его много. В том, чтобы вот в этом вот чуть-чуть себя. Вот, и чтобы остальные, ну, партнеры, которые помогают, чтобы они тоже это чувствовали. Ну, то есть не свою игру убили, а еще не за моей, потому что сейчас мы как бы в центре уже моей. Вот. И ну интересно, упражнение уже. Спасибо. Да, я впервые на мероприятии подобной тематики. Это все. Машина. Хотел бы поблагодарить присутствующих за приятную компанию, Галину за новые знания, Аню за то, что все-таки меня сумела выдернуть и привести сюда. Иначе я бы сам никогда не пошел. То есть вполне приятные впечатления остались от практики. Последняя практика, да, действительно такая была очень интересная. Надо взять на оружие. Все, всем спасибо. Сказать. Начни с того, как ты сюда пришел, как ты нашел, искал торговый центр. Нет, четыре здания, пошел и Ну, что хочу сказать, Галину я знаю чуть больше полгода, наверное. Как-то сразу почувствовал энергетику этого человека. Ну, сразу видно на лицо, то есть себе что представляет, как бы это всегда так. Ну, да. Потом я узнал, что оказывается она бывшая мастер Тина Канделаки, он меня еще больше впечатлил, значит, как говорится, действительно большой уровень человека. Рассказала про свое большое прошлое в Тольятти, много больших групп собирала, успех и все такое. Вот, очень много у нее было там пациентов, востребовано очень было. И поэтому, как говорится, я таких очень уважаю. Трудоколиков. Потому что, как правило, 95% труда и 5% таланта. Потому что, да, сначала труд, а потом все, потом все приходит. Я бы, вот, поэтому я решил воссоединиться, да, вот, и помочь ей, скажем так, как смогу, да, воссоздать то, что было в Тольятти здесь, в Москве. Я думаю, что у нас все получится, и будем к этому стремиться. Оздоравливать людей, потому что люди живут в стрессе, в диком ритме в Москве, помимо плохой экологии, еще и убийственный ритм, который очень ускоряет старение людей и все такое. Будем вместе работать, я думаю, что мы получим очень много благодарных отзывов, а ответная энергетика, она очень вдохновляет и оживляет нас. Вот, и скажем так, воодушевляет на новые свершения. Поэтому я думаю, что у нас нет, я потрясен, особенно последней практикой. Вот. И вообще меня вот вдохновляет эта пара. Просто искренне. Ну, правда, это самое. Кстати, короче, вот Василий гениальный архитектор. Что обращаетесь? Вообще, да. Мы тоже всем рассказываем и все такое. Ну ладно, пожелаем нам успехов. Спасибо. Мне все было вообще очень легко, удобно. И если сравнивать, что больше понравилось принимать или отдавать, но сегодня мне больше понравилось отдавать. Я почувствовала эту энергию, когда концентрируешься, расслабляешься, и прям улетаешь куда-то так хорошо. А если какие-то начинают отвлекаешься на посторонние звуки, ты сразу же оцениваешь, что руки то ли не слушаются, то ли ну, как-то становится неудобно. Ну и вот этот вот момент я очень хорошо замечала в себе. Потом мне интересно было понаблюдать, как реагируют на те или иные прикосновения мое тело. Какие-то были чуть больноваты, какие-то приятные, а какие-то возбуждающие моменты тоже, да. А какие конкретно? Поясните, пожалуйста.
последний полет, ну, это очень естественно было для меня, я даже занималась. Очень поддержка была, супер, спасибо. Сила. Спасибо. Спасибо огромное. Чего? Слышал второй полет. Можно тебя тоже поснимать, услышать от тебя обратную связь? О, позвольте остаться скромным. Ну, нельзя нас снимать. Ну, мне на самом деле, если дошел, я не ожидал, что там понравилось, не понравилось, даже как-то об этом не думал, были какие-то другие совершенно цели. Вот все вот эта вот жизнь у меня такая суетливая, меркантильная, да. И вот здесь меня потрясло, или даже как-то раскрыло, именно пространство энергетическое с этой точки зрения. Во-первых, ну, я всех узнал впервые, и вас тоже, вам очень благодарен. Галина, и ваша энергетика, и энергетику прям буквально каждого участника я прочувствовал, как, знаете, такие искры какие-то, и вот что-то произошло даже, слов, наверное, не хватает, как-то раскрыться. Ну, понравилось, я отдавать и принимать, это я, в принципе, все умею, но, как бы, опять вот суета не дает этим воспользоваться. И именно вот эти вот встречи, я считаю, это самое важное, ценное, чтобы вот как-то глубже познавать себя. Да. Как-то вот нащупывать так. Да. Вы все техники медленно делали, вот именно нащупывание. А я именно к этому и веду. Как будто сам себя не знаешь, так, о, рука. Она может быть. Действительно себя не знаю. Вот он, нос. Вот как-то даже сам себя узнаешь. Вот это вот меня потрясло на самом деле. Спасибо. Ну и полет понравился. Мне понравилось в полете другим людям отдавать. Улетали. Самолетом, да, самолетом, да. Замечательно. Да. Галина, спасибо вам. Это очень полезно, что это происходит, потому что потом ты лучше начинаешь чувствовать. Да, вот я об этом. Это моя проблема. Видите, когда мы изначально, почему я захотела через Петю, да, я вижу, я вижу все равно, как он много отдает. Это столько, я думаю, надо ему чуть-чуть быть помягче, вот расслабиться чуть-чуть. Столько отдач, но Петя, он, конечно, вы сами понимаете, насколько он энергетически это... Это мощь. И мне хотелось вот ему именно передать некоторые вещи, потому что сегодня мы как бы вообще практически ничего, я думаю, что ничего особенного и нового не давала. Мне важно было вас ввести в это состояние легкости, умение принимать и отдавать. Вот это очень важно, это очень ценно. Поэтому. Я вот еще раз говорю, что сегодня ничего нового не дала, но мне важно было вас поставить на ступенечку состояния и понять, что такое массаж на вечеринке. И мне хочется узнать, хочется ли вам это еще получать еще раз. Вот. И будем ли мы собираться. Хотелось бы тогда уже определиться и с людьми, с помещениями, Можете бы съездить вот в йогопатии, там очень хорошее помещение. Там и комната, и такая же теплая, и даже, может быть, даже более теплая, потому что там вот ковроли. И там вот это какой-то аж третий, что ли. В общем, мы только начинаем, будем развиваться, уже. Там все, кто здесь присутствует, наверное, еще придут точно. Да. А будет больше и больше. Там еще проводит. То есть там и зал большой есть, кстати говоря. Важно, можно понимаешь, зал, еще можно... вот есть много залов, но вот в воскресенье всегда бывают заняты залы. Не, мы можем планироваться заранее. Да, и да. Если вот мы же запланировали за полторы недели, да, ведь это мероприятие. Больше. Я не думаю, что они будут заняты за это. Древняя буддийская практика из монастыря, там, да, там все. Да, да. Самых исконных источников. Да, мы будем. Вот это будет уже более такая практика. Потом это попу, да? Практически, да. У нас же угадал. Поэтому приходите, буду рада видеть вас, чувствовать. Примерно. Пятое. Я планировала пятое. Если вот мы можем еще это обсуждать, можем обсуждать день недели, среди недели. А как вам вечернее время? В принципе, если мы заканчиваем 9, сейчас весна, время уже. Но опять же, может быть, выходной кому-то удобнее, а кому-то наоборот. Вот как вам, вот, чтобы вот сейчас получить... Какой вот, допустим, вам удобнее воскресенье, либо вам любое воскресенье? Не, у меня это тоже воскресенье, да, но почему режимы же у всех разные? Нет, я поэтому хочу сказать, как? Мы же одни еще, но их еще будет. Нормально, да, Сереж, что ты? Я завтра улетаю, я вообще не местный. Я на выходные. Смотрят? Да. А про кенгуру тоже смотрели? И про тарантулов. Нет, про тарантулов не смотрели. Ну просто давайте так, поясним тех, кто нас смотрит. Да, давайте еще раз.
Да, это я уже говорил. Какое название будет массажа, потому что тут не записалось. Учила? Да, все. В общем, как это называется? Массажная вечеринка, так будет называться, да? Каждая встреча будет новая тема, да? И расписание мы будем уточнять, вывешивать в группе, на наших ресурсах, так что те, кто нас смотрит, вы там подключаетесь, подписывайтесь и читайте ниже, в ленте вот этой, да, мы будем все вывешивать. Ставьте лайки. Лайки, да, обязательно. Можно так поставить, можно так, кому не понравилось. Так что да, просто подписывайтесь в эту группу и все. Пока. Увидимся в следующих наших этих встречах вечерних массажных.